Влад. Ну и зря. Ой, ребята, фух. Я не знаю, мне нужна скорая, мне кажется. Мне сердце просто разрывается. Ты доволен? Не дуже. А я хотів пройти. Влад. Іди сюди, пожалуйста. Иногда нужно делать исключения. Я хочу взять тебя в прямые эфиры, чтобы ты сыграл на своих новых цимбалах и чтобы ты смог иметь шанс доказать, что ты уникальный и талантливый. Круто! Коллеги, наверное, немножко недоумевают. Я хочу оставить это на своей ответственности. Я поздравляю тебя. Ты в прямых эфирах. Ребят, извините. Иди сюда. Славка, я сплакался снова! Тряпка! Ай, тряпка! Ай, ай, ай! Наконец-то, вот судьи начинают просыпаться, вот что-то такое человеческое. Хлопцы, приручайте. Но... Не-не-не. А я хочу тебе за это подякувати. Я понимаю. Скажи, правда? Ти мені викликала знову якісь такі приємні, гарні відчуття. Я так переживаю за них всіх, щоб вони десь не обідали. Цілуйтесь, цілуйтесь. Щоб вони зрозуміли. Ну, Ігор, ну ти разві не согласен? Ну, подивимося. Після Славиного свавілля трійка домовилася чітко йти за списком.